Труба магистрального коллектора Болшево-Щелково вышла из строя в конце прошлого года. Администрацией округа была подана заявка в Министерство ЖКХ Московской области для выделения средств на ремонт трубопровода по госпрограмме развития инженерной инфраструктуры. И вот две недели назад работы на улице Калинина начались. По сути, строится новый участок коллектора. Старый изношенный участок будет выведен из эксплуатации. Предстоит проложить более 130 метров трубопровода на глубине 7 метров. Работы ведутся методом горизонтально направленного бурения без разрытия траншеи. Технология применяется на трубопроводах как малого, так и большого сечения. Внутренний диаметр строящегося коллектора 1000 мм. Работы проводит подрядная организация «Универсалмонтаж». На сегодняшний день построена пилотная скважина и сделано несколько расширений. В настоящий момент идет расширение уже диаметром 950 мм. У нас впереди еще два расширения, финишная 1250, после чего будет произведена затяжка трубы, подготовленную скважину. Контролируют ход работ специалисты межрайонного Щелковского водоканала. Работы начались, они еще будут проходить некоторое время, за что мы приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Я думаю, скоро это все будет закончено, и дорога будет открыта, и жители дальше будут жить спокойно. На время ремонта вдоль реконструируемого участка на дороге установлены дополнительные светофоры и организовано реверсивное движение автотранспорта. Завершить работы планируют в середине декабря. Андрей Цеходович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.